Приветствуем всех. И как ни странно, у нас новая экипировка, правда. Поиздержаться пришлось, но вот... Не считая дюрастаревых доспехов, у нас таки дюрастаревое оружие. В принципе, я неплохо показал, правда, и ноги тоже требуют немало. Похоже, следующая авиане. Лучше их искать на планетах джунглями, авиане их любят. Ты найдешь такие планеты у радиоактивных звезд, увидимся позже, дорогуша, будь осторожна, удачной охоты. А, это при том, что по нашим наблюдениям, авиане очень неплохо так селятся в пустынях. Причем в огромных количествах. А, ну да, они же еще все торгаши здесь поголовно. Ну, почти. Вот только отсканировать здесь что-то нечего. Да, как бы не получилось, как в случае с флоранами, что придется на вторую точку, а то и хуже. Что вообще придется искать их отдельно. Даже крохотный кусочек улики может помочь нам раскрыть величайшие тайны вселенной. Угу. Где меня прошлого хранили бы что-то ценное? Прости, дорогуша, это просто мысль вслух. Так, опять крохотные улики. О. Какая странная статуя, надпись на основании еще более интригующая, чем фигура. Дьявол кроется в деталях, дорогуша. Да, видишь, как нам помогают маленькие вещи. Угу. Слушаем, полно секретов, жизнеспособных открытий. Отличная находка, дорогуша. Да, и разумеется, мы прошли все их поселения и не нашли достаточного количества зацепок. А, если что, у нас тут копии еще пополнились, надо будет их испытать между делом. Вот это, кстати, подстава. А авиан у нас, оказывается, не хватает. Так, хорошо. Быстренько полетать по ближайшим планетам. Нашли еще одну структуру авиан. Великолепно, все, что находится здесь, формирование теории. Правда, по-моему, она тоже говорила. Улики немного смысла, тем не менее, она бесценна. Великолепно. Угу. Угу. Опять мысли вслух. Так, там враждебная. Сначала посмотрим, может, без них обойдемся.
Великий Верховный Храм. Это он. Это вся необходимая информация. Возвращайся на ковчег, когда будешь готов, дорогуша. Артефакт Виан. Спасибо за весь этот труд. Этот вианский артефакт находится в Великом Верховном Храме, одном из грандиозных сооружений, посвященных Хрюиксу, когда-либо построенных Вианами. Эти храмы, как правило, усиленно охраняются, так что будь осторожнее внутри, дорогуша. Добро пожаловать в храм. Приятно видеть тебя здесь. Я тут наук, хранитель храма. Упс. Так, пожалуйста, ничего не трогай. У нас был некоторый инцидент с продавцами в прошлом. Я знаю, что у тебя и в мыслях не было ничего такого, но, к сожалению, не всем можно доверять. Разве следи за своей головой и ногами, вообще за собой. Тут иногда немного опасно. Эти деревянные маски очень древние, наполнены мощью Крюкса. Ну, мы так думаем. Они такие древние, не похожи, что мы на верном пути. Но мы точно знаем, что Крюкс обожал маски. Это на священный алтарь, вот смотри, повсюду у канавки до стока крови. А храм один из тех, кто пошел сам Крюкс. Может, он всемогущий здесь, а не правда ли? Это статуя старого вианского воина. Вот тут его копья. Они уже не нужны, потому что он мертв. Что ж, надеюсь, тебе было интересно. Можешь что-то немного побродить тут. Жаль, это последняя дверь закрыта для посетителей, а то, где хранители жрецов. Впрочем, наверху тоже есть что посмотреть. Пойдем, я сейчас открою дверь. Прошу, не ходи дальше в храм, это слишком опасно. Так приятно звать друзей, но эти экскурсии они слегка утомляют. Лучше всего смотреть вокруг, пока он спит, дорогуша. Лучше нам его не беспокоить. Информация говорит о том, что такой древний храм не может содержать стены настолько внутренней системы защиты, и настраиваем указанные параметры. А тут у тебя польза есть. И по-прежнему копия выглядит наиболее эффективно. Эх.
Утрясли, я посоветовал не ходить ни влево, ни вправо, к сожалению, нам это не подходит. Ай-яй-яй-яй-яй. Неудобно переключаться постоянно. Ну, я еще, конечно, откровенно неудобно разместил. Сами приборы. Да хватит меня попадать, а. Это откровенно раздражает. Вот всем хорошо копья, но вот эта вот пауза перед тем, как он их сможет метнуть. Ох, вот и где, надеюсь, что с тобой ничего не случилось. Я думал, ты потерялся, ведь тебе нельзя тут быть. Вообще, мне тут тоже нельзя быть. Никогда не заходил так глубоко вглубь храм. Если честно, похоже, что я и сам потерялся, но между нами я уверен, что мы сможем выбраться. Это слишком узко для меня, а вот ты, я уверен, протиснешься. А смотри, пока там, а я поищу выход с этой стороны. Нет, все-таки я не могу вот никак запомнить паузу между бросками. Понадеялся, что метнет он раньше, чем противник. Свой луч пустит по нам, но да ё-моё, что он там вот делает? Почему-то после переключения нельзя сразу использовать оружие. То есть есть некоторая пауза. До того, как он начинает стрелять. Не, может, это, конечно, имитация того, что он его достает, но все равно глупо получается. Да. Вот сейчас специально проверил, после того, как мы подключаем оружие, оно секунду или полторы просто вот отказывается функционировать.
А, так, на всякий случай. Весьма, конечно, мило с его стороны, что она позволяет. Не-не-не. Да, е-мое. Ну, все. Я понял, что ты что-то задевал все это время. Ты здесь, чтобы случить к Юксу. В смысле, ты же не мог зайти далеко без его помощи. Эй, знаешь, что это факт твой по праву? Прошу, можно не пойти с тобой? Я преданный истовый слуга Крюкса, обещаю, что не подведу. Телепорт вон Крюкса. Ох, он удивителен. Еще один факт на месте. Стабильность, которую мы получаем, радует, дорогуша. Хорошая работа. Ай, да. Мало бы получится, конечно, лучше. Это касается и того, что внезапно у меня не оказалось второго флага на Вианах, и то, что бой прошел как-то через пень-колоду. Но, тем не менее, на этом пока что все.